Чувашский дуб претендует на звание главного дерева страны. Сегодня в Рио главы Чувашской республики Олег Николаев встретился с председателем комиссии Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы» Сергеем Пальчиковым. Во всероссийском конкурсе участвуют 12 деревьев, растущих в разных уголках страны. Название российского дерева года претендует и старейшина чувашских дубрав – дуб, которому 369 лет. Он находится в окрестностях деревни Ильинка Маргаушского района. Великовозрастный лесной гигант – памятник природы республиканского значения. Это самый крупный дуб в Чувашии. Его высота – 24 метра, а диаметр ствола варьируется от 1 метра 30 сантиметров до почти 2 метров. В 2012 году он вошел в реестр старовозрастных деревьев России. Этот дуб – наша гордость, но многие даже не знают о его существовании. Участие в конкурсе это исправит, сказал Олег Николаев. Напомним, проголосовать за главное дерево страны 2020 года можно на сайте национальной программы «Деревья. Памятники живой природы» до 1 октября 2020 года.